Мурманской области нужен региональный совет по корпоративному волонтерству. К такому мнению пришли участники круглого стола. Это представители крупнейших промышленных предприятий региона. Вместе с членами общественной палаты они обсудили, какой запрос есть сейчас на развитие корпоративного волонтерства, поделились практиками, наметили планы развития. Добровольчество сейчас мейнстрим. Работники ведущих компаний могут позволить себе думать не только о хлебе насущном, но хотели бы помогать другим делать мир вокруг лучше. Большинство крупных предприятий страны уже имеют программы поддержки волонтерского движения. Это общий тренд. Понять его причины помогло недавнее исследование ВЦИОМ. Из соцопроса следует, что это, с одной стороны, отклик на запросы сотрудников, возможность повысить их лояльность, с другой – шаг к формированию положительного имиджа в обществе. Компания как инструмент генерирования прибыли, сегодня это уже не модно. Сегодня такое уже не носит. Сегодня люди устремляются в компании, которые создают что-то ценное для мира, для человечества, для планеты. Если у вас нет имиджа социально ответственной компании, то, может быть, деньги у вас еще и будут, но недолго. Разговор за круглым столом был инициирован Национальным советом по корпоративному волонтерству, Общественной палатой. Компаниям предложили поделиться своими практиками. И здесь нашему региону есть чем гордиться. В уходящем году, к примеру, Мончегорск эксперты назвали столицей корпоративного волонтерства России. У нас стало еще больше участников волонтерского движения, у нас стало еще больше проектов, которые предлагают, проектов по благоустройству, проектов по помощи различным категориям населения. И я думаю, что это такое только начало, потому что движение волонтеров Норильского никеля продолжает развиваться, и я думаю, еще очень многое впереди. Инициативы волонтеров находят поддержку и у других работающих в регионе компаний. Готовы помочь грантами командам добровольцев также правительство Мурманской области. На следующий год предусмотрено достаточное количество средств на предоставление финансовой поддержки такой очень инициативным компаниям, инициативным людям, которые реализуют проекты в сфере волонтерства. Участникам круглого стола предложили объединить усилия, создать региональный совет по корпоративному волонтерству. Такой шаг мог бы сделать проекты неравнодушных северян заметнее, масштабнее, интереснее и эффективнее. Абсолютно точно, вместе мы можем больше. У нас разные города, разные возможности, разные активности. Вот когда мы это все объединяем, когда мы друг друга мотивируем, поддерживаем, вдохновляем, делимся друг с другом лучшей практикой, абсолютно точно волонтерство развивается эффективнее. И это будет помогать вовлекать в волонтерство и других, и жителей, и другой бизнес. А это как бы тоже важно, расширять вот эту платформу для волонтеров. Ну и, безусловно, совместные усилия – это больше добрых дел и, соответственно, лучший результат. Стремление помогать другим в природе человека. Сотрудникам социально ответственных компаний реализовать его легче. Результатом совместных усилий работников и работодателей уже стало множество добрых дел в самых разных направлениях, таких как поддержка нуждающихся, экология, обустройство общественных пространств. Илья Комлев, Сергей Расюк, ТВ-21+.